Уважаемые коллеги, добрый день. Мы уже практически начали работать, довольно активно сейчас обсуждали экономическую ситуацию в наших странах. В начале нашей встречи хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Николай Ильич, сколько? 12,5, да? 12. В прошлом году было 12,6, если не ошибаюсь. В текущем году 12,1. 12,1% рост ВВП страны. Это, конечно, такая серьезная цифра, очень серьезная. Ну, естественно, Россия высоко ценит тесное партнерство со всеми государствами, членами нашего объединения, которое последовательно выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.